Хорошо. Так, а ну-ка. В смысле защищайся? Ё-моё, подожди, я разве... Тихо. На, получи, робот. Робот-вонючка. Да-дуда-дуда. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. Ну что ж, давайте приступим. У нас игра осада. И у нас задача защитить нашу базу. Давайте посмотрим. О, идет, смотри. Так, а ну-ка, подожди. Ё-моё, так, секунду. Есть, сейчас я... А, вас двое, в смысле, алло. На моего похож был, друга. Ладно. Так, защищаться надо, да? Так, все этого мы убили. Так, сейчас идет робот, да? Да, вот он. Сейчас мы его будем уничтожать. Ё-моё, ходит здесь, так называемая плохишка. Давай ее щелкну. Все, мы ее щелкнули. Следующая осада через 30 секунд. Так, этого мы убили. Кто там? А, вон Булл идет. Ёбит. Хорошо. Так, а ну-ка. В смысле защищайся? Ё-моё, подожди, я разве... Тихо. На, получи, робот. Робот-вонючка. Почему мы все время защищаемся? Я понять не могу. Ах, вы еще убили меня. Сейчас, я быстренько возрождусь. Ах, не успел возродиться. Нас уничтожили, ребята. Поражение. Да елки-палки. Так, от Кольта немножечко тут самое убрали. Ладно, мы сейчас поиграем с вами, ребята, в другую игру. Под названием Бой с боссом. Поехали. Хорошо, что у меня еще билетики есть. Вот у нас босс. Ух, нифига себе. 3 кольта. Офигеть. Это прям интересно. Босс начнет злиться? В смысле? Через 1 минуту начнет босс злиться. Гад, а мы тебя сейчас за 1 минуту уничтожим, наверное. На, получай. Хорошо. Так, 80% у него. Ё-моё. А когда он злиться-то начнет? Так, давай уже начинай злиться. Ой, меня убили. Меня убили, ё-моё, как так, я не успела бежать. Ладно, 50 секунд у нас еще. Давайте, ребята, ты где ходишь? Ты чё, алё? Давай, иди, убивай этого босса. Сейчас я скоро появлюсь. Ой, держись. Это чё, получается, он один остался? Так, все, я возрождаюсь. Сейчас я этого уничтожаю. Этого тоже сейчас я постреляю. Чтобы он нам не мешал. Есть, готов. Так, теперь босса мочим. Ой, за мной бежит. Ничего, я успел спрятаться. Так, а мне надо вот этого гада убить. Все, есть. 14 секунд он начнет что-то злиться как-то. Не знаю, сейчас посмотрим, как он будет злиться. Ой, а что я стою на месте? Я шел, я остановился и не могу идти. Нифига себе. Так, босс злится. И посмотрим, как он злится. И сколько минут он будет злиться? 5 секунд, ребята, ждите меня. Сейчас я восстановлюсь. Так, а вот и я, ребята. Ждали? Ой, точно, он злой, он меня убил. Да как так? Бежал прям на меня. Так, давай, дружище. Жди, 10 секундочек. А, испытание эксперт. Офигеть, ребята, мы на испытании эксперт находимся. Да, тяжко. Через 2 секундочки я восстановлюсь. Все, вот я восстановился. Хорошо. Так, ой, нельзя стоять на месте. Да как так? 2-й раз меня убивает, а ё-моё. Ребята, вы ходите где-нибудь подальше, чтобы я восстанавливался, не возле робота. Так, у нас один кольт остался. О, ему тяжко. Так, 2-й дружище наш появился. Ну, сейчас и я появлюсь. Вот, в этом месте. Опять-таки возле этого гада. Да, ё-моё. На. Ой. Отстань от меня. Убил опять. Да как так?
Уже какой раз меня постоянно убивают. Почему у меня Кольт так медленно двигается? Давай, держись, дружище, держись. Сейчас уже скоро я появлюсь. Ну, ё-моё. Так, где же я? 3 секундочки осталось. А вот я появился. И на меня опять этот робот бежит. Так, а товарищ упал. О, один товарищ упал. Так, ладно. Ждем. Ой-ой-ой-ой, стрелять начинает. Ой, оба товарища упали. Да. Поражение, ну что ж, ладно. Бывает и такое. Так, а здесь кубки не дают, только опыт, да? А, так, подарочек какой-то в магазине, давайте посмотрим. А что это за подарок? Ух ты, динамайку, очки силы. Спасибо. Так, больше чего у вас тут еще интересненькое есть, давайте посмотрим. А, золотой Барли скин есть, нифига себе. Потом есть... Ага. Можешь купить Барли золотой скин? Ну, сейчас посмотрим. Где у меня Барли? Золотой скин, офигеть, давай купим. Покупаем. Yes, 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 yes. Золотой Барли. Вот так вот. Вы купили скинчик. Так, гемчики наши, кристаллики-то наши исчезли. Но ничего страшного, зато у меня у Барли будет золотой скин. Давайте выберем Барли. Давай выберем золотой скин. Все. Так, будем играть просто столкновение. Давай парное столкновение поиграем с золотым скином Барли. Интересно. Но этот скин ничего больше не добавляет же, в принципе. Просто скин. Ладно. Так, вон у нас ребята. Тихо-тихо-тихо. Есть, одного убили. Ах вы гады, вы моего друга убили? Ё-моё, надо уходить куда-нибудь. Давай я попробую сюда наверх, посмотрю, что у нас здесь наверху. А наверху ничего интересного нету. Ладно. Сейчас подождем. А, чё, все, начали убегать? Конечно. Ах, убили меня, ё-моё, как так? Давай, убей его. Давай, о, молодец, молодец. Забирай баночки, забирай. Ах, напали на нее какие-то негодяи. Ладно, ну, второе место. А, третье место и 2 кубка получили. Немножко, конечно, ну да ладно. А я сейчас, наверное, попробую один поиграть в столкновение. Одиночное. И поиграю в одиночное столкновение, посмотрим. Посмотрим, ребятки. В одного, как я справлюсь или нет. Я буду сейчас, наверное, стрелять сейчас всех. Куда-нибудь сюда спрячусь. Эй, тихо, 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 тихо. А-а-а! Как так? Это, смотри, вообще стоит. И на него вообще все напали. Чувака. Прикинь. Что творится-то, а? Ладно, ладно, подумаем, подождем. Посмотрим за пока, за покаёшечкой. Куда он идет? Как он будет играть, интересно. А, он ждет, пока Джесси сейчас. Сейчас Джеки сейчас даст ему. Давай, Джеки. А, Джеки, Джеки убили. Ну все, покаёшка, сейчас тебе нахлобучит. Розочка. А может и нет, смотри. А он правильно делает, тактика у него такая. Правильная. Стреляет. Так, а Розочка решила ретироваться, убежать, убежала в кусты. О, сейчас она тебя нахлобучит, подожди. Да, нахлобучила ему. Пока ёшки. И идет дальше, отправляется. Надо бы мне, знаешь, в этом сражении выбирать Була. Сейчас я выхожу. Ничего страшного. Сейчас я Була возьму. Так, у меня есть Бул. Ага, для этого задания возьмем Була. Хорошо, идем, поехали. Сейчас посмотрим, как я буду Булом играть. Ага, я сверху, значит, получается. Так, отходим немножко. Сейчас. Так, 9 бойцов, 8 бойцов осталось. Так, этого я убил, чувака.
Мне очень жаль, конечно. Но... это такая игра, ребята. Так, вон Джейки ходит. Ё-моё, он от меня убегает. Так, ох, нифига! Выстрел какой у тебя был. Мощный. Тихо. Так, я ее здесь сейчас подожду. Ага, давай. На! Сейчас она подойдет, подожди. Ой-ой-ой, какая она умная. Какая она умная, смотри, как она ходит. Она знает, что я там стою. Ого, на меня. На, получай. Ага, убила. Да как так-то, а? Так, у них получается сейчас... сейчас посмотрим на Шелли, как она... что она будет делать. Так, почему осталось два бойца, почему она не нападает? Кто там еще остался? Нет, она ходит зад-вперед. Давай, давай, нападай же, ты чего стоишь-то? На нее нужно, чтобы метеориты на нее попадали, тогда она поймет, что прятаться нехорошо. Сейчас пойдут на нее метеоритики. Нет, смотри, как она долго стоит, ждет. Интересно. А где второй боец? Почему он тоже не нападает? Мне прям это интересно. Так, пошла. А, вон розочка бегает. Сумасшедшая. О, давай, давай, убей эту Шелли. Есть. Ну, хотя бы. А, за меня отомстили, ребята. А у нас тут 6 кубков. Звездный жетон? Да ну. А, звездный жетон дали. Хорошо. Ну что ж, ребятушки, на этом мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.